Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Министерства здравоохранения Российской Федерации поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Знаний. Начиная новый учебный год, для первокурсников это волнительный момент очного знакомства с медицинской наукой. Все вы, будущие врачи, медсестры, фельдшеры, приняли важное решение посвятить свою жизнь самой благородной профессии – спасать жизни других людей. Впервые у вас новые планы, новые встречи, новые знания, новая студенческая жизнь. Студент-медик – это тот, кто открыт для всего нового, который постоянно готов совершенствовать, углублять свои знания, чтобы применять их дальше на практике. Система здравоохранения – все мы нуждаемся в вас, энергичных, молодых специалистах, обладающих необходимыми знаниями и умениями, беззаветно преданных своему делу. Пандемия COVID-19 показала всем, что профессия медицинского работника – главная профессия на свете. Медики сейчас заняли достойное место в обществе и всеобщее уважение. К ним первым обращаются за помощью, им доверяют. Это не только награда, но и огромная ответственность помнить об этом. Хочу выразить отдельную признательность всем преподавателям за ваш нелегкий труд и неоценимый вклад в становление и развитие будущих специалистов. От всего сердца желаю всем обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, работникам образовательных организаций больших профессиональных успехов и постоянного приумножения компетенций и опыта на благо российского здравоохранения, медицинской науки и, конечно же, наших пациентов. Счастья, благополучия, здоровья и всего самого наилучшего. А перед началом учебного года не забудьте, вакцинация сделает вашу учебу безопасной.